Музыкант отдыхает отдельно от своей возлюбленной в Карибском море. Певец и музыкант Прохор Шаляпин продолжает свои путешествия по Карибскому морю. Он добрался до поистине уникального места, небольшого острова Коста-Майя, который принадлежит Мексике. Это один из самых быстроразвивающихся круизных портов в этой стране. Раньше это был центр древней цивилизации майя. На своей страничке в социальной сети Instagram Виталина Цымбалюк-Романовская разместила послание, которое ей прислал молодой человек с курорта. Шаляпин заявил, что хочет зарядить пианистку своей позитивной энергией. Он заметил, что впереди у нее непростой день и отправная точка для новой жизни. Он надеется, что вскоре они будут путешествовать вдвоем. «Я тебя очень люблю. Тебе привет из этой огромнейшей красоты», — заявил музыкант. Никогда Виталина не была стервой, ее так представили нехорошие люди. С самого начала поддерживала Виталину, а те, кто со мной спорил тогда, теперь почему-то помалкивают. Счастья тебе, Виталиночка. И деток, желаю вам счастья, Виталина, а время покажет. Не нужно много слов, живите и радуйтесь. Наконец пришло время, ваша Виталина, дай бог, чтобы все задуманное свершилось. Очень рада за вас. Очень трогательный привет от Прохора, заметили пользователи.